Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. И сейчас я вам расскажу о уникальной акции, которая происходит в каталоге номер 13 компании Oriflame. Только в этом каталоге при покупке целого комплекса Novage вы можете получить в подарок праймер из этой же серии Novage. И это не просто рядовой продукт. Праймер – это продукт, который делает магию с нашим лицом. И в этом вы убедитесь сами, как только его попробуете. Итак, внимание! Когда вы откроете каталог Oriflame номер 13, то прямо в середине найдете вставку с комплексными уходами Novage. Обратите внимание, что вышел новый продукт «Очищение и тонизирование 2 в одном», и его добавили в каждую из серий в «Экологен», «Ultimate Lift» и Time Restore и, конечно же, серию True Perfection. Они у нас все идут дальше. Обратите внимание, что вышла новая серия от фотостарения и осветления кожи. И в самом конце этого вкладыша нас ждет с вами сюрприз. Каждый из вас, кто приобретет набор Novage, любой комплексный уход, получает праймер уход Novage в подарок. Итак, как он выглядит, этот праймер «Уход от Novage»? Это такой тюбик объемом 30 мл и его код 33944. Что он из себя представляет? Это прозрачный гель. И прямо сейчас я вам покажу, как им правильно пользоваться и какой вы можете получить эффект. Потому что я пользуюсь праймером уже несколько лет, и я считаю, что это один из самых важных продуктов, который должен быть у каждой девушки. Я беру плоскую кисть, набираю немножечко праймера и буду делать только на одной половинке, чтобы вы увидели разницу. И наношу аккуратненько по массажным линиям. То есть все движения мы всегда делаем по массажным линиям. Конечно же, нужно на лоб, но у меня сейчас челкой закрыта. То есть, и наблюдаем за кожей лица. Вам должно быть хорошо видно на видео, что половинка, на которой я работала, она изменила немножечко цвет. Лицо стало более матовым и не видны поры. Вот именно такой эффект дает праймер. То есть он является как бы такой подложкой под тон. А сейчас мы будем наносить тон. И тоже я буду наносить его сначала на ту поверхность, которая с праймером, а потом на ту, которая без праймера. И просто я вам расскажу о своих ощущениях, и заодно вы сами увидите разницу. Я беру тональную основу серии The One, беру небольшую каплю, и пользуюсь я для нанесения тональной основы такой пушистой набивной кистью. Использую руку как палитру, то есть я немножечко набираю тон и начинаю распределять на все лицо. Аккуратненькими движениями. Делаю такие смахи и увожу тон в волосяную часть. Итак, что получилось? Смотрим, тон лег очень ровно, тоненько, практически незаметно. Благодаря тому, что на лице нанесен праймер, тон буквально растекается по нему и не попадает в поры, что очень важно, особенно для обладательниц жирной кожи. И сейчас мы посмотрим, как будет тон ложиться на ту сторону, где праймера нет. Вот, буду сегодня ходить с разными сторонами. Итак, смотрим. Ну, нужно буквально подождать несколько секунд, чтобы тон улегся, впитался. И что вы можете заметить, посмотрите сами на видео. Я замечаю, что на той стороне, где нет праймера, тон блестит, то есть он более такой блестящий. И здесь лицо более так... То есть мне даже наносить было легче, и тоналка прям сама растекалась по лицу.
А вы напишите в комментариях, что замечаете вы. Если вы сами пользовались праймером, напишите, какие у вас ощущения, как вам больше нравится, когда вы делаете макияж с праймером или без него. Мне тоже интересно ваше мнение. Но я лично выбираю праймер, особенно когда он идет в подарок, то это, конечно же, великолепное предложение. Обязательно успейте им воспользоваться, потому что оно будет действовать только в каталоге номер 13. До новых встреч! С вами была я, Лилия Донскова. Пока-пока!